Люди, всем привет! Зацените, какую куртку я выиграл за монеты AliExpress. Давайте ее распакуем. Здесь написано Wolf Urban. Это точнее не куртка, а дождевик. Легкий дождевик. Очень интересно. Сейчас расскажу. Размер М-ка подошел отлично. Мой рост 180 сантиметров, вес 70 килограмм. Смотрите, в чем прикол этой куртки. Во-первых, она водонепроницаемая, так как это дождевик. Очень легкая, ее можно скрутить вообще вот в такое состояние, чтобы брать с собой в поход. Обратите внимание, у нее капюшон складывается в воротник. Здесь он цепляется за липучки. В общем, он убирается, заворачивается. У нее довольно глубокие карманы, без проблем поместится сотовый телефон. Карманы на замочках. Как я уже говорил, водонепроницаемый материал. Также внутри есть большие карманы. Здесь есть разъем для наушников. Эта куртка практически ничего не весит. Покупал я ее за монеты AliExpress. Вот здесь вставлю картинку, сколько я потратил монет. В общем, за 1 цент. Если вам понравилась эта куртка, ссылочку на нее оставлю в описании. Также можете поставить видео на паузу и отсканировать QR-код через приложение AliExpress.